Всем добрый день! И сегодня я нахожусь в районе Кунцево, а именно около станции Кунцевская. Она очень часто ее сокращают, так и называют Кунцево. Но, кстати, до 2019 года у нее и было официальное название Кунцево. И я сегодня опять не смогла пройти мимо и не смогла не показать вам этот замечательный вокзальчик. Станция здесь была открыта в 1874 году, а вокзал был построен в 1899-2000 годах в готических формах по проекту архитектора Струкова. За свою жизнь вокзал был и бело-зелененьким, и бело-розовым, но сейчас вот такой бело-серый. В начале 20 века вокзал славился своим буфетом, и среди местных жителей родилась такая поговорка: «Из Кунцево голодным не уедешь». До 1960 года Кунцево являлось пригородом города Москвы. Здесь был огромный дачный поселок, который пользовался популярностью у москвичей. К сожалению, от дачного поселка сейчас ничего не осталось. Кругом только современные дома. Если бы не этот вокзал, трудно было бы сказать, что здесь был пригород. Считается, что вокзал стоит на улице Свиридова, поэтому здесь вот есть такая табличка. Свиридов – это герой Советского Союза, командир боевой эскадрильи. Вокзал сейчас никак не используется, в нем только служебные помещения, все двери закрыты. Единственная открытую дверь, которую я нашла, это зал ожиданий. Я увидела, что туда, оттуда выходят люди, туда заходят, и я все-таки решила туда зайти посмотреть, что там внутри. Внутри ничего. Окно с цветами, вот такие красивые люстра. Тут даже нет касс, стоит несколько стульев и все. Но правда здесь тепло. Смысл этого зала ожидания я не поняла, потому что выход на платформу из вокзала нет. Все выходы дальше. Но я вот перешла на другую платформу, откуда хорошо виден фасад этого вокзала, вот написано Кунцево. Здесь тоже все двери закрыты, то есть он никак не используется. Ну, вот такое небольшое видео, такой небольшой рассказ у меня сегодня получился, но не смогла я просто так пройти мимо. Спасибо большое, что вы посмотрели и послушали. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока, еще обязательно увидимся.